В селе Оксино с рабочим визитом побывали представители власти. Глава Заполярного района Виктор Ильин, депутат Государственной Думы Сергей Коткин, а также руководитель Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа Алина Гущина. Об итогах поездки расскажем в следующем материале. Рабочая поездка началась с осмотра молочно-товарной фермы. Вера Рочева, заведующая производством, показала и рассказала, как идет надой, поделилась проблемами. Это нехватка жилья для сотрудников фермы, а также условия работы в зимний период. Проблемы у нас глобальные, можно сказать. У нас ферма построена 85-го года, мы тут работаем. Ферма катастрофически уже желает быть лучшего. Зимний период просто мы не живем, а выживаем. Тут все замерзает, тут холодина. Тут вообще работать очень сложно и что-то еще каких-то успехов добиваться. Несмотря на тяжелые условия работы, ферма побила все рекорды надоя по региону. На сегодняшний день у нас 20 килограммов на одну фуражную корову. В день. В день. 20 килограммов, да. В 2021 году, в 2020 году надоили 5928 килограммов. Это высокий показатель по округу. Стараемся, конечно, чтобы мы не существовали, мы жили. Мы хотим, чтобы здесь построили новую ферму. Все-таки люди настроены работать. Следующим объектом была дизельная электростанция. Здесь в прошлом году был пожар. Возгорание началось с кровли. Позже огонь стал пробираться внутрь станции. Ликвидировать пожар удалось быстро. Однако он уже успел повредить два дизельных генератора. А сейчас у нас три дизеля, которые в работе было. А до этого еще стоял, стоят ДГР 315 и 320. Они у нас работали по очереди. Месяц за один работаем, обслуживаем, месяц другой работаем. На данный момент с ними просто принимается решение, требуется их восстанавливать или нет, но пламя, жар вот этот, который там был внутри, он повредил некоторые важные механизмы, которые там проводка, там регуляторы, которые стоят большие деньги. В планах восстановления электростанции. В период летней навигации сотрудники ждут поступления материалов. Первоначально запланировано обновление кровли. На период весеннего паводка предусмотрен запасной дизель. Далее делегация проследовала в участковую больницу. Показали палаты, кабинеты персонала, а также отчитались о проведении вакцинации. У нас привилось где-то в среднем по нашему кусту, Хамгурей, Каменка и Оксино, где-то в пределах 40%. Люди активно вакцинируются. Чем дальше, тем больше. Они смотрят на тот эффект, который прошел от предыдущей вакцинации, предыдущих пациентов. Они видят, что никаких осложнений не было от вакцинации. Вакцинация прошла хорошо, люди активно прививались. И они идут, записываются на вакцинацию. И как-то без опаски, потому что люди хотят защитить себя, защитить свою семью, хотят спокойно съездить в отпуск, не сидеть на каких карантинах. Люди уже как-то стали более ответственно к этому подходить. Следом побывали в средней школе, где обучается 44 ребенка. Утром школьная программа, вечером кружки. Однако из-за того, что здание уже ветхое, зимой здесь бывает холодно. Ремонты, да, требуются, к сожалению, то, что с 1956 года постройки здания у нас оно староватое. Были текущие, в принципе, ремонты косметические, а вот капитального не было. Вот хотелось бы в первую очередь обшить стены здания, для того, чтобы ветрами у нас не задувало, потому что мы находимся рядом с рекой, ветер сильнее гораздо. Ну и в идеале поменять систему отопления. В апреле 2016 года свои двери для всех желающих распахнул физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь проходят занятия физической культуры для школьников, секции для всех желающих. Зимой заливают перед зданием каток и ставят горку. Все абсолютно бесплатно. В данный момент мы готовим проект на Лукойловский конкурс. На Лукойловский конкурс проект от сельского совета. Мы работаем над этим проектом. У нас аттракционы хотим. Хотелось бы, чтобы наш проект был увиден и услышан. Аттракционы, которых нет вообще на территории ни в одном учреждении, ни в ФОКе, ни в домах культуры, надувные аттракционы. Также делегация посетила детский сад, интернат, музей, библиотеку. Село меняется.
посмотрели, побывали в этом спортивном комплексе. Замечательно, здорово. Интернат, школа. Интернат, к сожалению, не заполнен. Сейчас ставится вопрос уже, будет ли здесь 10-11 классы. Деток нету. В садике очень уютно, красиво, тепло. Слушайте, вот чувствуется, что душа, сердце люди вкладывают вот во все вот это, да. Мне очень понравились вот эти все объекты, ухоженные, нарядные, покрашены. Особенно вот спортивный комплекс. Горка там сделана, вы видели, да. Каток ледяной катается. То есть видно, что люди болеют душой за свое дело. В рамках рабочей поездки прошла встреча с населением. Жители села задавали самые наболевшие вопросы. Вопросов очень много. Даже люди идут по улице, они ведь такой очень широкий спектр носят. У кого-то электричества в доме нет, у кого-то электричество выбивает, автомат срабатывает. Они обращаются, в том числе к депутату Государственной Думы, что вот автомат выбивает у них в доме. Поэтому, безусловно, по приезду в город будем общаться с профильными департаментами практически по всем направлениям. Вопросов очень много. Будем решать, что получится, что сразу не получится. Будем на перспективу все эти вопросы работать над ними. Рабочая поездка завершилась благотворительным концертом «Танцы народов мира», который проходил в рамках эстафеты «Года добра». Все вырученные средства передали семье, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».